Друзья, привет из солнечной Одессы. Как видите, у нас очень и очень солнечно, и мы все вышли на улицу погреться. И, конечно, мои питомцы, и кошечки, и собачки, да, Чижик, все вышли на улицу, потому что такая погодка, тепло. В общем, красота. Но снег у нас еще не растаял, я вам скажу. Снег еще присутствует. И, конечно же, дело в том, что такая прекрасная погода. И мы тут начали и уборку, и стирку. Саша там тоже вешает уже стирку, машинка постирала. И еще что самое интересное, что у нас почему-то сегодня не выключили свет в 9 утра. Ну, не знаю, может быть, выключат в 12, Саша, как ты думаешь? Выключатель сломался. В общем, свет у нас не выключили, поэтому работает машинка стиральная, работает посудомоечная машина. Кое-что нужно уже так, знаете, как досконально отмыть в машинке. Так что все у нас электрическое, все работает. Сейчас включим пылесос. Попылесосим, поубираем. В общем, сегодня вот такие вот у нас домашние дела, потому что мы сегодня дома, никуда не идем. И, конечно, из-за того, что не выключили свет, больше чем 3 часа у нас обычно не было такого. А сейчас уже больше чем 3 часа не выключают, и конечно мы пользуемся тем, что все у нас работает, то, что электрическое. Ну, а Чижик, конечно, балдеет на солнце. Я вынесла ему подстилочку на солнышко, и он, конечно, тут резвится. Ну, а кошка у нас любит там на столике как раз солнце. Так что балдеем на солнце, работаем. В общем, вот такие у нас дела. А тут, знаете, когда потеплело, листья зеленые, с которых уже осыпался и растаял снег, и все цветет. И, конечно же, розочки мои, как вы можете видеть. Вот так вот радует глаз. Так что, как только светит солнце, у нас сразу пахнет весной. Чижик даже пошел воду пить. Жарко ему стало. Вода растаяла в чайнике, и он решил попить, потому что там она уже была такая замерзшая. Но уже все тает. Да и снег потихонечку тает. Вот в тени еще есть, а вот там, где солнце, там уже, конечно, давно все растаяло. И посудомоечная тоже закончила. Мыть люблю после посудомоечной. Все такое хрустящее, блестящее. В общем, цивилизация. Когда не выключают свет, сразу, конечно, чувствуешь, что цивилизация присутствует. Все, в общем, чашечки тоже перемыты все. Отлично. Так, все. Можно закрывать. Ну и осталось разложить, как положено, тарелочки. И будет у нас порядок. Ну и чашечки на свои места. Друзья.
12 часов уже, но надо быстренько-быстренько, может быть, успеем еще кофе сделать. Так, давай, давай, быстрее, быстрее, потому что в любую минуту могут отключить. Уже пошло пару минут на первый час. Фу. Успели, успели. Ну вот, друзья, вышла на улицу с кофе. Как я люблю пить кофе на свежем воздухе, а когда такая прекраснейшая погода, ну, невозможно, невозможно сидеть в доме. Знаете, я всегда любила частные дома и мечтала об этом, потому что, как вы знаете, мое детство прошло в частном доме. Я родилась в частном доме, в доме моих родителей. Но там прошло только мое детство, а потом вся жизнь в государственных квартирах. И я все время мечтала о своем доме. Ну и сейчас, когда у нас есть дом и есть такая возможность выйти на улицу и любоваться вот природой, свежим воздухом, мы не упускаем такой возможности. Тем более, что все дела сделаны, и стирка, и уборка, и посудомойка. В общем, все сегодня сделали. Вот что-то не выключают свет, удивительно. В 9 не выключили, в 12 не выключили, ну не знаю. Может быть, это тот день, когда нам обещали, что какой-то из дней нам не будут выключать свет для того, чтобы посчитать потребление электроэнергии во всей области. Может быть, это этот день? Ну, не знаю. Но, как видите, мы воспользовались, и все электроприборы, которые только можно было включить, мы включили, все сделали. Вот, а сейчас меня ждет одно занятие. Я вам сейчас расскажу. Кто смотрел наше вчерашнее видео, мы с Сашей были на рынке, 7-й километр. Там сделали покупки, и я купила вязальные спицы. И сейчас расскажу, что я буду вязать. Когда-то у меня был такой набор, шапка и шарфик. Но шарфик вы видели, он такой серый с коралловым. А шапка была не очень удачной формы, и я ее распустила. И хочу связать по новой, чтобы был комплектик. Я вам, конечно же, покажу. Я сейчас начну вязать и покажу вам, в общем, то, чем я буду заниматься сегодня. Остальное время дня. Особенно, когда отключают свет и ищешь занятия. И вот я решила, что самое время заняться вязанием. И зима еще продолжается. В общем, буду вязать. Друзья, не поверите. Вот, посмотрите, сколько прошло времени. 15 минут, пока я на улице попила кофе, свет выключили. Так что вот так. А вот я вам показываю. Вот мой шарфик. Вы, конечно, его видели. Вот он вот такой восьмеркой идет. И я его надевала. А это то, что я распустила шапку, получилось два таких клубочка. Они, видите, двух цветов, серый с коралловым. И вот я уже начала вязать. Так что сейчас при выключении света самое время заняться вязанием. Ну вот, друзья, поехали. Вяжем дальше. И, конечно, вы увидите потом уже готовое изделие. А я занялась вот такой вот работой, которая отвлекает от плохого, успокаивает. В общем, советую и вам заняться чем-нибудь такого рода.
чтобы не думать о плохом, чтобы мысли не лезли в голову плохие. В общем, вот таким образом, я думаю, что я быстро с этим делом справлюсь и покажу вам в готовом виде потом как-нибудь. Ну, а вы ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь. И пока, пока-пока, друзья, мира всем и всего самого-самого лучшего.